7 апреля верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник – один из 12 самых главных и радостных в православном календаре. Согласно преданию, к Деве Марии явился Архангел Гавриил и сообщил благую весть. Она обрела величайшую благодать у Бога и станет матерью Сына Божьего Иисуса Христа. Благовещение символизирует собой чистоту, непорочность, освобождение от грехов и великое спасение человечества. Именно благодаря ее согласию принять участие в этом промысле Божьем, который она, может быть, разумом не понимала, но постигала верой своей и желала быть соучастницей Божьего дела в мире, именно благодаря ее готовности понести те труды, которые следуют за этим ее согласием, и привели к тому, что явление Бога в мир состоялось, что Господь пришел и произошло все то дело, которое он замыслил о спасении человека, свершилось. Этот праздник – день восстановления связи с Богом, обновления, душевного спокойствия и покаяния. Также у наших предков этот праздник служил символом начала весны и пробуждения природы.